Несмотря на холодную и пасмурную погоду, в регионе продолжается пожароопасный период. Соответственно, ежедневно проводится профилактическая работа и рейды в садовые товарищества, жилые дома и объекты соцсферы. На этот раз сотрудники МЧС заехали в железнодорожный район на проезд Аверьянова. Место было выбрано не случайно. Недели ранее в одной из квартир в доме номер 7 случился пожар, в результате которого пострадал 7-летний ребенок. Из подъезда были эвакуированы 20 человек. На сегодняшний день у нас в Ульяновской области произошло уже более 700 пожаров. И 60 человек, к сожалению, погибло. Из них 6 детей. И вот на прошлой неделе произошел у нас случай в доме, в котором мы сегодня находимся. Ребенок был оставлен родителями дома один. И в результате шалости с огнем получил ожоги лица, шеи, плеча. Дом номер 7 уже давно находится под пристальным наблюдением спасателей. Бывшее общежитие, а сейчас многоквартирный дом. Функциональное назначение здания было изменено. В результате планы эвакуации советского времени на стенах, захламленные и заваренные аварийные люки, устойчивый запах табака в коридорах и комнатах и старая проводка. В беседе с жильцами гости в форме напомнили правила пожарной безопасности в быту, а также проинструктировали о возможных последствиях курения, в том числе в нетрезвом виде. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.